Всем привет! Вот такой вид. Только шестерки похрен. Но это мы потом узнаем, похрен или что досталось. Вот так выглядит Volvo. Это сегодня вечером, часов около 6. Град лупил. Град лупил не мелкий. Он был размером, вот, ну, наверное, вот так вот, с ноготь. Если не больше диаметром. Ну, сантиметра, наверное, полтора-два точно был. Да, Крым? Крым ошалевший. Такую морду вы никогда не видели. Ха-ха. Да? Сделай морду. Сделай морду. Вот такую. Он просто ошалел от этого града. Такие пришлось камни быстро, падали. Спешно накрыть, чем было, чем можно. Еще и ветер немножко был. Это я сразу спрятал под дерево. Хоть как-то там оно гасило притяжение града. Ну, в принципе, Kia-то что? У нее крыша стеклянная. Она либо пробьет, либо ничего и не будет. А Volvo так накрыли. Шестерочка обошлась. Сейчас будем все это творение рук человеческих суматошное разбирать. Потому что погодка вообще нормализовалась. Вроде град в наших местах не часто бывает. Вот такая история на сегодня. Хотел же вечером прокатиться на мотоцикле, на каком-нибудь или на мопедке. Но сами видите. Погода внесла свои коррективы. Всем спасибо, всем пока.